Добрый день, дорогие друзья. Техцентр «Автопилот» снова приветствует вас. К нам в кузовной цех обратился клиент, владелец автомобиля Renault Kaleos 2008 года выпуска. На автомобиле есть повреждение переднего бампера. С правой стороны ушло скрепление фара головного света. Отсутствует омыватель. ПТФ фара тоже ушла с крепежа. Есть также повреждение с левой стороны на переднем бампере. Он лопнул при ударе. Битые детали кузова еще внутри. Мы демонтируем битые детали, выполним дефектовку. Ну и будем приступать к ремонту автомобиля. Мы выполнили дефектовку. Это передняя правая фара, битый корпус, усилитель переднего бампера, ну а также радиатор кондиционера. Он тоже битый, и есть повреждения. Передняя панель, она выполнена из специального материала, крепится на автомобиле на заклепках, на излом панели вместе крепления замка капота. Ну, сейчас будем устанавливать другие детали кузова. Kaleos. Мы установили радиатор системы кондиционера, новый усилитель, который был поврежден. Установим новый блок фару вместо битой. Соберем макет. Также выполнялся ремонт заднего крыла. Ну и после сборки макета детали кузова отправятся в малярный цех, автомобиль в подготовительный. Итак, друзья, мы закончили кузовной ремонт автомобиля Renault Kaleos. Поменяли передний усилитель, радиатор, систему охлаждения, переднюю панель, она была битая. Видите, бампер после окраса, установлен новый. Выполнялся также ремонт заднего левого крыла. Выполнялся ремонт переднего левого крыла. Все зазоры в идеале, выставлены отлично. Но также выполнялся еще и ремонт по технологии ПДР. На переднем правом крыле было несколько вмятин. Как видите, попадание в цвет у нас 100%. Есть своя лаборатория по подбору краски. Но если еще бы машину полирнуть всю, то она вообще выглядела идеально. На весь объем работ мы потратили 6 дней, и сумма ремонта составила 40 600 рублей. Если у вас возникают какие-нибудь вопросы по кузовному ремонту автомобиля, звоните, мы всегда на связи. Гарантия на наши работы 3 года. Спасибо за внимание, удачи на дороге.